Думаете, мы работаем только с добренькими клиентами? А вот и нет, и такие к нам приходят. Но его агрессия оправдана. К сожалению, у него сбились колдунчики, и нам пришлось их вычесывать. Такая реакция у собак бывает достаточно часто, и мы не отказываемся с ними работать. Главное – адекватно оценивать ситуацию и быть достаточно осторожным. Этот малыш не хотел причинить мне боль. Он просто оборонялся. Поэтому мы работали без защитного колпака. Но иногда приходится использовать и его. Если держать инструмент и руки на достаточном расстоянии, то причинить какой-то вред собачка не сможет ни мне, ни себе. Это наш постоянный клиент. Он приходит к нам на триминг и периодически на гигиеническую стрижку, как сегодня. И вот такой результат спустя несколько часов работы у нас получается. Ждем комментарии.